Ну-ка, ну-ка. После того, что ты для нас сделал, ты мне всегда будешь. А? Но? Покажи мне свои товары. Бывай. Человек бывалый. Ты делаешь лодки из соснового дерева? Нет, ясное дело. Баба мне сосну приволокла, чтобы я колыбельку вырезал. А с лодками дело не идет? Не особенно. Рыбы-то нет. Говорят, ты хороший лодочный мастер, а картежник из тебя еще лучше. Хочешь сыграть? Я всегда готов. Так повезет, что лучше пешком пройтись.
Как договаривались, карта моя. Твоя взяла. Да, играть ты мастер. Знаешь что, а попробуй-ка сыграть с гадку. Люди над ним потешаются. Он молодой совсем, глуповатый. Только поговаривают, что он самого барона не побоялся обыграть. Что ты человек бывалый. Так скажи мне, хватит ли бабу раз в неделю лупить? Или больше надо? Приветствую. Покажи свой. Бывай. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Если льет, может мерзавцы завтра не высунутся.
ты вернулся. Я хочу спросить. Ну да, я играю в гвинт. Да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. Разложим карты?
Добрые боги послали... О, ты вернулся. Сыграем еще раз? Ай, давай. Всего же у меня развлечений в этом. Разложим карты. Как оно бывает с этим ясновидением.
Я знаю, где по осени вырастут крупные маслята. А вот как играть, чтобы выиграть, пойди знай. Возьми эту карту, она твоя по праву. Красивая вышла победа. Ты слышал про каких-нибудь других игроков? Вели не для тебя один достойный противник. В деревушке под лесью живет. Гадко. Глянешь на него, дурак дураком. Но игрок знатный.
Прошу. Что у тебя там? Будь здоров. Ты смердя меня Приветствую! Дай-ка взглянуть. Thank you.
Береги себя. Держись от моей семьи подальше. А вон тот замок небольшой, где черный лагерь разбит. Тут порядочная деревня. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Привет. Не буду я говорить вооруженным бандитом. Гарен Ладгер, Лакаэль. Нэнте мире даэтре. Я хочу сыграть в карты.
as hand as clean. Если бы не хозяйки, что в чаще поют, давно бы мы все поняли.
Откуда боги привели? Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Прощай. Будь здоров. Одного ребятенка не похитите в обмен на помощь. Один раз так добрался. А если не можно, то чем? Кто бы отважился бороться, конечно. Как выручу со всеми пальцами. Хочешь посмотреть? Покажи. Будь здоров. Сиди тихо. Силы на казнь прибереги. Прошу, умоляю. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки.